Всем привет и здравствуйте. Меня зовут Катя, я молодая мама, мне всего 20 лет. Я очень общительная и дружелюбная. На моем канале ты увидишь мою семейную жизнь, видеорецепты и еще много всего интересного. Мой канал еще только зарождается. Давай меня поддержим. Заходи ко мне на страничку и подписывайся. Ссылка будет в описании этого замечательного видео. Вот мы приехали из города, увидели красивую нашу столовую. Вот в таком она сейчас виде. Уже все здесь постирали и даже покрасили. Ребята, пока мы были в городе. Сейчас вот на второй день уже, вчера мы просто поздно приехали, ничего не снимала. Нарезают обои, будут сейчас обои клеиться. У нас вот здесь в комнате такой бардак. Мы сюда перенесли стол, всю посуду, потому что печка тоже красилась. Все, сидим, кукуем. Спишь? Сейчас мы кушать будем. Все, короче, сюда попереносили. Здесь теперь хаос. Было так хорошо, теперь хаос. И покрасили печку. Печка красивая-красивая у нас, нарядная. Видите, какая? Даже здесь нарядная. И там красивая. Короче, такая красота. Частично ребята покрасили. Сегодня Боречка докрасил, муж мой. Поэтому сейчас такая вот красота. Все, повыносили все отсюда. Сейчас ребята будут носить сюда мебель, которую будем складывать. Вот так пока выглядит игровая. Все аккуратненько поубирали, чтобы не мешало, потому что здесь будет идти сборка мебели. И вот так выглядит теперь сделанная кухня. Столовая, вернее, это у нас. Вот так выглядят обои. Понятно, нет шторок. Мы решили ту шторку, ну, занавеска такая кухонная, которая здесь висела, повесить вот сюда. Она сейчас уже постирана. Ее только нужно погладить. Ребят, Буречка отвезет. На этом столе погладим и повесим. А сюда мы уже заказали новую занавесочку. Под ту, что вот сейчас мы вешаем туда, но другого цвета немножко. Ну и вот ребята носят мебель. Мебель тяжелая. Вот так вот. Так приятно. Здесь понятно, что еще будет все делаться, вешаться, крючочечки, все остальное. Спасибо большое, в Инстаграме мы выложили. Видите, грибок проступил, который здесь был мокрый. Подсказали, как избавиться, либо белизной обработать, потом покрасить, либо медным купоросом. Поэтому будем это все дело делать. И здесь, и в кухне. Ну, в принципе, вот так красиво все выглядит. Еще будем здесь светильники менять вместо лампочек. Это все со временем. Сейчас у нас основной идет ремонт, такой глобальный. И потом со временем уже будем что-то подделывать в доме. Это уже в жизни за кадром буду показывать. Вот здесь у нас карты мы все повесили полностью. Они у нас висели пониже, где-то вот здесь был гвоздик. Мы не могли найти, куда вот эти карты все повесить, потому что места в игровой уже нету. Все занято будет либо шкафами, мебелью, либо вот доска у нас много места занимает. А потом мы перевесили повыше просто гвоздик, и все, все карты уместились сюда. И если нужна карта, отсюда снимаем нужную или какая-то таблица. Вот видите, Боречка мне тоже на доске тогда, когда делал доску, сделал тоже, ну, эти гвоздики, шурупчики. Сюда повесили, обучаемся. И вот так вот Боречка вешает тюль. Как же красиво становится, а? Обновочки, обновочки. Так приятно. Повесили мы вторую часть, а она сюда не годится. Не подходит она, вот эта штучка. Не знаю, как она правильно называется, поэтому оставим только вот такую синенькую тюль. Красивая она очень. И все. А эту снимем, вторую половинку, часть тюли. Цепляем назад часы. На. Почти 10, дети уже спят. Цисы. Цисы, да. А мы доделываем здесь работу кое-какую. Вот так вот. Красота, да и только. Крючочки. Мы все курточки переносим сюда, потому что у нас на веранду другие планы. И часто курточки нужно срочно, они холодные. Мороз на улице. Поэтому все курточки переносим сюда. И день чудесный. Да? Давай... Мы уже еле ходим с Борей. Давай я тебе там шуруповерт. Тебя сниму. Ты сколько бегаешь сегодня целый день. Работаешь, работаешь, работаешь. Я просто в кадр не попадаю. Я до фотоаппарата не добираюсь просто. Все крутятся, крутятся. Зато я могу тебя поснимать. Смотрите, как мы повесили. Вот там у нас городская одежда сверху. Нет, вот это домашняя. Вот это все городская, домашняя. Вот это городская. И вот это городская.
А вот это здесь сумочки будут. И вот там снизу рюкзачки детские будут. И здесь рюкзачки детские будут. У нас получается такая техничная прихожая, которая перерастает в гостиную. Нет, в столовую. Ну, что поделаешь. Вот так вот. А когда здесь будут шторки, то там тумбочка будет. Ой, а красота, тут будут портреты. Подожди, не раскрывай все. И... все завтра увидят. Как вернее, красота. Через секунду увидите, или через там 5, через минутку. А мы завтра. Тумбочка, тумбочка. Какая красивая тумбочка. Повыше? Не, пониже. Зачем? Ну, а мы как будем доставать? А если мы две сюда тумбочки сделаем? Нет, две не надо. Одна и снизу не, вторая? Не-не-не, две не надо. Там у нас полочка же для кактусов будет. Ага. Поможем. Пойдем, мой зайка, давай. Ага, мама сюда положит. Смотри, какая у нас полочка красивая, папа нам повесит. Давай, давай, мама, туда повесит. Смотри, смотри, что мама делает. Видишь? Раз, давай. Вот, умничка, два. Ты убираешь, моя девочка? Наоборот, не убираю, а на, навешиваю, навешиваю. Вы знаете, если это то, что я думаю... Это то, это то. Это конфеты для нашего работника. Ладно, это работникам, да. Это оно. Короче, написала мне, предложила вышить нам метрики. Я говорю, мы метриками не пользуемся. В принципе, ну, не ценители всех этих вещей. Знаете, кто когда родился, насколько я поняла, там, размеры, ножки или что там. Ну, короче, какие-то данные о ребенке. Я говорю, слушайте, а вышите нам наш логотип. И вот она прислала письмо. Меня зовут Наталья, вы уж меня простите, что так долго вышивала вам логотип. Ну, мы давно уж не списывались. Логотип я подумала, что сделаю вам подарок на Новый год, ведь в эту ночь случается много чудес. Класс. Ну, короче, здесь вот письмо. Ой, тут еще прямо запечатано что-то. Это мы лично прочитаем. Ага. И наш логотип как раз приехал Наталья в тему. К ремонту. Мы сделали ремонт, повесили нашу кнопочку. Покажи, Борочка, я еще не показывала, как мы ее повесили. И сейчас к ней же, к этой кнопочке, под нее пойдет логотип. Класс. А, готово, ребята? Смотрите, какой нам логотип вышили. Класс, спасибо! Семья Бровченко, вообще здорово. Вы даже представляете, вот прям какой подарок для нас сделали, Наташа. Мы сейчас... А ее только ставить можно. А мы ее под... Что, мы сейчас мы ее повесим. Да, нам нужно повесить. Ее подцепить. Повесим. Вот она будет повесить. Сейчас посмотрим, как будет. Красота. Класс! Красота прям класс. В тему. Прям семья Бровченко и кнопка. Та-та-та-там, та-там! Спасибо еще раз вам огромное. Вы даже не представляете, какой подарок вы реально для нас сделали. Вот всю особенность вот этого подарка, просто вот, просто класс. Чуть как-то кривовато. Кнопка висит кривовато, надо ее подправить. Сейчас подправим. Кнопка? Да, смотри. А это не кнопка висит кривовато? Не-не-не, о, нет, чуть наоборот. Это вот... Не-не-не, по отношению смотри. К картине. Смотри. По отношению к картине. Все. Вот так, постучал и все. Вот такой огромный у нас стеллаж будет. Ох, он большой, слушай. Я думала, что он поменьше будет. Огромный такой, я что-то тоже думала, что он поменьше будет. Не, ну как, мы мерили все по размерам, чтобы все влезло у нас в комнату. Ну знаешь, одно дело себе представляешь, а второе дело в реальности видишь. Округло. О, помощники, а? И я помогаю. И ты помогаешь, держал ты? Подожди. Пап, мы возьмем себе? Да, да, да. Какие вы молодцы. Вот, набираете. Берут шуруповерты и закручивают нам полочки. Умнички. Умнички. Ой. И внизу. Паш, давай теперь Паш, я. Паш, вот так, Паш, вот так. Я тоже так же делаю. Почему ты там уже Сашу учишь? Давай. Мне же самой так. Интересно стало. Пальчиком придави его. Пальчиком придави. Вот так, смотри. Раз чуть-чуть, все. И теперь молоточком аккуратно до конца забивай. Какой ты молодец. Все. Сейчас 2 часа. Вот такую крышечку забивает. Видите, и тут вот внизу, внизу. Смотри, Саш. Умничка. Держи ближе рукой молоток, ближе. Легче будет бить. Паш, и по пальцам не попадешь. Паш, мне дай. Главное, мебель не бей. Все, молодец. Саш, вот и все закрывают, что они делают, закрывают. Можно. Все. Молодцы, а.
сильнее бей, Паша. Не-не-не-не-не, все. Зачем ты вытащил? Он все нормально ставит. Еще, давай, бей. Теперь вот так поворачиваешь и забиваешь, да. Да нормально, забивай. Все, отлично. Вот это ты молодец. Сына! Сына! Саш, горжусь тобой. 5 лет гвозди забиваешь. Умничка. Ну что, час икс настал. Первый стеллаж. Да он не первый. А его взять попробуй еще ну, взять. Как не первый? А еще второй будет? Не, его первый. Взять реально надо. Паша, подай нож. Поднять не могут его. А взять, дай, дай. А, Сашенька, подними, Боря бутылочку бросил. На кухню отнеси ее помыть. Мне кажется, он сломается. Помнишь, мам, как я его сломал вначале? С капустой. С капустой. Ой, не ломайте только нож, да. Давай так, ты давишь сюда, да. А я давлю сюда и поднимаем. Давай. Ай, давайте я упру здесь. А я упираюсь. Давайте, я упираюсь. Давай, дави. Так, прилип? Не это. Давишь. Ну? О! Залез. Ура. Все, Паш, отходи. Он такой красивый этот стеллаж. Надеюсь, он не упадет. Тихо. Так, давайте я придержу. О, там красиво, скажи. О, коляска-то. Красиво? Как будто в магазине купили. А знаешь, а как будто мы в магазине не купили. Туда. Слышали, да? Как будто в магазине, говорит, купили. Нет, нельзя. Все. Какой у нас красивый стеллаж. Вообще, сказка просто. Ну, теперь еще ручки надо. Теперь здесь будут шухляды? Да. Нет, сюда нельзя. Ящики, они правильно. Это шухляды у нас в Украине, говорят, Боль. Свободен? Да. Все, спасибо. Слышишь? Да. Здесь это ящички. Ящички. Ящички, да, выдвижные. 6 штук будет. Или 7. Эй, это мой! Класс. Так, парни, вылазим оттуда. Будем делать сейчас ящички. Умничка, вот так мы с мамой будем вытирать. Вот, иди сюда, смотри, здесь полочки. Папа сделал уже, смотри. Давай, вот тут вытирай. Вот так, давай. Вот, молодец. Смотри, какой мамин помощник растешь. Умничка, давай. Там вот нужно так будет. Давай, вот так. Вот, молодец. Эти. Как они называются на русском языке? Что? Ящички. Ящички. Нужно их будет вытаскивать, высовывать и там протирать. И их, и внутри. Вот эти? Да. Ну давай покажем. Давай покажем, как раз получится. Какой ящичек. Ты видишь? Нам его тоже нужно, папа сказал, вытереть. Ну давайте я сначала сделаю, потом будете вытирать. Вот так, молодец. Боря, иди к маме, быстренько. Иди к маме. Иди, там двигают шкафчик. Иди. Ко мне давай. Идем, 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 идем. Сашенька, отходи оттуда быстренько. Это мы теперь этот стеллаж будем ставить на место вот этого. Стеллаж. То, что мужская работа, то мужская. А женская есть женская. Да, девочка моя? Да, сейчас я... Пока временно переставим. В общем, ребята, перекладываем, но вот этот стеллажи не для книг. То есть это у нас будут здесь игрушки, лего-конструкторы, все-все-все. А книжные стеллажи за то, что не пришли, потом, видите, почему? Очень много места гуляют. Ну да. А те, которые у нас книжные... Придут, они будут там... узкие, как раз в один ряд все будут стоять. Да, книги в один ряд, и вот полностью забью книгами. А ну пока сейчас выложим, пока меняем вот так. Угу. А потом уже буду менять по-другому. А это Боречка собирает в шкаф. Вот такой у нас 4-дверный шкаф будет. Очень классный. Тут еще тоже полочки будут. Вот такой. Да, вот такой. Ну как поставим, посмотрите. Не на картинке. На картинке особо не поймешь. Вот так у меня пока здесь все выглядит. Не книжный это шкаф, поэтому пока так. Ох, папа, это он тут до ночи, говорит, будет сидеть. Или побыстрее как-то. Как-то да, ты раз-два, раз-два. Мне тут сейчас все забить, потом поднять его. Поставить, а потом дверь. А, вопрос только, как поднять, вот это меня смущает. Да поднимем. Он поднимем. Очень тяжелый. Мы вы тот, вы вот этот еле подняли с этим. Не стучи. Даже не представляю, что будет.